Открытое первенство по тайландскому боксу принимала на выходных средняя школа номер 29. Такого рода соревнования в нашем городе проходили впервые. Идея проведения турнира начиналась с небольшого школьного соревнования. При учебном заведении существует свой спортивный кружок. Однако в процессе проработки инициативы вылилась большой и весьма интересный проект. Возникла идея, а почему бы не попробовать найти выход за пределы школы, чтобы дети не варились вот в этом своем узком кругу, а посоревновались с ребятами, ну, хотя бы города. В процессе развития идеи возникла мысль, а почему бы не выйти чуть шире, область. Ну, а когда начался процесс подготовки, получилось так, что откликнулись на наше предложение представители Минска, Молодечно, Березы, Белоозерска, Пинска. Ну, в общем, принимают участие у нас в соревнованиях сегодня представители 7 команд. Представители 7 команд прибыли в Брест, чтобы побороться за право считаться чемпионом соревнований. Для кого-то из участников турнира это первая проба себя и своих сил, шанс заявить о себе. Для кого-то хорошая возможность показать свои навыки и умения, полученные благодаря усиленным тренировкам и постоянной подготовке. Тем более сегодня, когда в государстве созданы все условия для того, чтобы любой молодой человек смог найти себе любое спортивное занятие по душе. Для занятий физической культурой и спортом сегодня для молодых людей созданы все возможности. И проводя социологические исследования, молодые люди ставят здоровье, здоровый образ жизни среди всех остальных ценностей на первое место. Это не может не радовать. И, конечно же, очень важно сегодня поддерживать именно те виды спорта, которыми молодежь сегодня увлекается. Здесь делится на две категории. То есть группа А сильнейшие и те, кто впервые может быть, вышел на ринг, вот, по одному, по два боя провели, некоторые даже впервые. То есть для того, чтобы дать возможность почувствовать себя, свои силы и так далее, и дальше уже ориентироваться по развитию. Это как для самого участника, так и для тренеров, чтобы можно выстроить было какую-то схему методическую и так далее. У себя на родине, в Таиланде, тайский бокс стал популярным еще в 16 веке, однако мировую известность и распространение этот вид спорта приобрел только во второй половине 20-го, после того, как тайские борцы одержали ряд впечатляющих побед над представителями других единоборств. Благодаря особой техничности этот вид боевых искусств помогает развивать хорошую физическую форму, формирует устойчивую психику и сильный характер.